мы планируем выполнить аугментационную мамопластику. У нас классические постлактационные изменения, инволюция молочных желез, опустошение верхнего полюса, небольшой птоз. Также у нас есть по УЗИ кисты, которые мы во время операции удалим, поскольку они растут и достаточно большие в размере. Планируем доступом по краю ареолы, пройдя мимо молочной железы, под большую грудную мышцу установить импланты примерно 265 мл. Примерно, почему я об этом всегда говорю, потому что я подбираю по анатомии, по пятну молочной железы, соотношение ширины грудной клетки, грудины, угла между грудиной и ребрами и так далее. Но во время операции, когда мы выполняем, мобилизуем карман под мышцы, у нас могут быть изменения плюс-минус 20 мл, для того, чтобы более точно физиологично стоял имплант. And they might not want the truth, but if they do, play my home movie. Итак, мы выполнили аугментационную мамопластику нашей пациентки доступом по краю ареолы. Учитывая расширение млечных протоков, дополнительные кисты, которые были в молочных железах у пациентки, мы использовали специальный раствор антисептика, дабы исключить в будущем формирование капсулярной контрактуры на фоне отделяемого из млечных протоков. И вы видите эти пятна от раствора антисептика дополнительно, который был использован при обработке кожи.